Из-за чего началась эта драка? Я уже позабыл. Но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы. Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама, а у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два, не позволяла им играть вместе. А в одном часе тик да так целых 60 минут, а в двух часах и того больше. Вот почему оба брата мигом вытерли слезы и бросились открывать дверь. Но оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо.